Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. Сегодня мы вместе с вами играем в игру Том за золотом. С новым котиком Томом, друзья. И у нас ежедневная миссия. Вау! Нам нужно собрать 3 снеговика и 3 олененка. Ребятки, а у нас же, конечно же, сегодня новый наш герой. Санта Том. Вперед, ребята! Выполнять ежедневную миссию. Вау, какой клёвый у нас новый герой. Ребятки, а вы уже обновили свою игру? Кто обновил, не забывайте ставить свои лайки. И пишите в комментариях, как вам новый герой, ребята. Понравился вам? А может быть, чем-то и не понравился. А у нас защитный шлем, смотрите, какой клёвый. Даже есть оленьи рожки. Так, ребятки. Постараемся, конечно же, выполнить ежедневную миссию. Оу, воришка и нотик. Ха-ха, золотые скидки Маши. Ой, я впереди, по-моему, вижу снеговика. Есть, первый снеговичок есть. А нам нужно собрать еще 2 снеговика и 3 олененка. Да, ребятки, новогоднее уже настроение. Ой, так хочется праздника, Новый год. Невероятно как. Так, магнитик. Подбираем. И теперь все золотые слитки наши. Спускаемся в гости к нашей кошечке Анжеле. О, еще один защитный шлем. Да, что нужно? Впереди я вижу еще что-то, ребята. Ага, это магнит. Отлично. Ребята, а какая ежедневная миссия была сегодня у вас? Пишите мне в комментариях. А я, ребята, врезалась немножечко, но быстро исправила свою ошибку. Ой, еще разок. Вот это да. Спасаем нашего Санта Тома. И вперед. Давай, давай, Санта Том. Еще отличненько. Оу, вот это прыжки, круто. Да, ребятки, вы знаете, вот мне бы хотелось, что в обновлении, чтобы была, например, Анжела Фигурочка или что-нибудь такое интересненькое. Как вы видите, друзья, мы даже встретили босса Воришку и Нотика. И сейчас с ним немного повоюем. Вот тебе еще получай. Ага. Усорвала он наше золото. Держи еще одну бомбочку, ребятки. Так, у него уже дымит левое крыло. И взлетаем. Не улетишь ты от нас никуда. Вау, какой клевый новогодний самолетик. Да, прикольный, прикольный. И сейчас, ребятки, есть. Подбили, подбили. Осталось совсем чуть-чуть. Нужен, нужен, нужен. Вот тебе, еще тебе. Так, где же бомбочки-то наши? Вот он. Держи, енот. Ух, злодей. Поборемся с нашим Санта Томом. Вау, мы его подбили. Круто. Ой, кажется, он снова от нас убегает. Вот негодник. Да, вот это Санта Том. Ух, ребятки. Ай, олененок. Нет, 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 еще один. Ого, 2 сразу подряд, но нам удалось только подобрать одного олененка. А вот и, по-моему, новая трасса. Ой, нет, ребятки, это трасса, чья же это у нас трасса? Что-то я совсем забыла, ребята. А ну, напомните мне в комментариях, чья это трасса. Так, мы едем на сноуборде. Но, в принципе, тоже очень клевая трасса. О, защитный шлем. Да, на этой трассе, думаю, нам защитный шлем как раз и не помешает. Давайте возьмем трамплинчик. О, снеговик, снеговик, ну же, куда же ты, Том? Эх, ребятки, пропустили мы уже и снеговичка, и олененка. Неужели нашему Санте Тому не удастся выполнить ежедневную миссию? Так, у нас тоннельчик, и мы спускаемся к гавайскому Хэнку. Ой, давай, Том, побыстрее, потому что здесь очень-очень жарко. Чтобы ты не растаял.
О, я вижу впереди олененка. Есть. Второй олененок есть. Отлично. А, вот и магнит. Неплохо. Круто. Ого, ребятки, уже огромнейшая скорость. И, по-моему, нашему Санте очень-очень тяжело уже бежать. Давай, Санта, осталось совсем немного. Я уже впереди вижу город. Город. Сейчас мы, сейчас. И вот мы снова на зимней трассе. В центре города. Вау, сладкая трасса, по-моему. О, нет, ребята, это трасса нашего Санта Тома. Ух ты, у нас есть три олененка. Ну что, осталось собрать нам снеговичков. Сейчас поищем. Вау, какая красивая трасса. Какие здесь клевые домики. Есть даже снеговички. И много-много клевого. Много елок. Вау, ребята, а вам понравилась трасса нашего Санты? Здесь много даже есть подарков. Вот и снеговик. Отлично, второй снеговик есть. Ну что, ребята, осталось найти третьего снеговичка. И мы даже выполним ежедневную миссию. Вот это круто. О, еще один защитный шлем. Замечательно. Вижу впереди сани, сани, ребятки. Это самолет, сани. Йоху, оу, а внизу был снеговик, друзья. Наш третий снеговичок. Ну ничего, мы, конечно же, не расстраиваемся, а летим дальше и ищем дальше наш снеговик. Йоу, достаем парашютик. Отличный прыжок. Оу, снова трасса нашего Тома? Нет. Это снова трасса с сноубордом. Снова прокатимся. Ну, в принципе, я вам скажу, наш Санта Том очень клёво умеет ездить на сноуборде. Опа, йоху! Вот это прыжки. Я вижу снеговичка. И, наконец-то! Ура, отличненько! Нам удалось выполнить ежедневную миссию! Ого, какой довольный наш Санта! Конечно, я тоже очень-очень довольна! Ребятки, не забудьте написать мне в комментариях, какая у вас была ежедневная миссия с вашим Санта Томом! Ой, какой красивый пушистый снег! Опа, еще прыжок. Так, вижу магнит. И есть. Мы подобрали магнитик. Ого, сколько же здесь препятствий. Очень-очень сложно и очень много машин. Ого. Вау, еще и ремонт дороги. Очень-очень не вовремя. И есть защитный шлем. В принципе, пока нам ничего не страшно. Ого-го-го-го, какая же скорость. Ай, ребятки, совсем не успеваю. Очень-очень-очень сложно. И мы снова спускаемся на трассу нашего Санты. Какие здесь прикольные машины. Ой, сколько же здесь подарков. Ребята, а вы ждете на Новый год подарок? Так, я врезалась, ребят. Спасаю своего Санта Тома. Енот. Ага, он потерял сеть. Интересно, а что же в этом сейфе? Оу, я вижу снова магнит, но не удалось его мне взять. Ой-ой-ой. Нас, по-моему, сбил игрушечный паровозик. Вот это да. А елки, смотрите, какие красивенные здесь елки. Они уже даже наряжены. И защитный шлем. Здесь даже есть медовые пряники. Ну, в общем, все есть, ребятки. Все, что ваша душа пожелает. И сладости, и красотища. Ух, как бы я хотела попасть в
гости к нашему Санте Тому. Ну а вы, ребятки, мы на трассе и ой-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 ой. Давайте спасать нашего Тома. У нас есть еще немного времени, мы можем еще побегать с нашим пушистиком Сантой. Вижу впереди магнит. Есть, мы его подобрали, отлично. Осторожнее, снова, по-моему, ремонт дороги. Так, ну что, смотрю, нашему Санте, ребятки, понравилось ездить на сноуборде. Йо-ху, трамплин, ого, вот это да. Клёво, клёво, как же здесь весело. Ребята, а вы не забывайте подписаться на наш канал. На нашем канале очень много интересных для вас видео. И еще, друзья, у нас открыта рубрика «Передай привет». Если вы хотите услышать приветик от нашего канала, пишите мне в комментариях свою фамилию и имя. И я со своими пушистиками обязательно передам вам свой приветик. Да, кстати, друзья, а каким героем больше всего любите играть вы в этой игре? Напишите мне в комментариях. Оу, удвоение слитков? Неплохо. Так, осталось нам совсем немного и снова выезжаем на обычную трассу. Здесь тоже идет снег. Какой же он красивый, белый, пушистый. Его очень-очень много. Но эти машины, ребята, они мне всегда так мешают. Они так их хотят сбить, наших героев. Мало того, что здесь бегает еще енот, так еще и ездят машины. А здесь, по-моему, вообще какая-то пробка. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой, ай-ай. Вот это да. О, по-моему, мы в гостях у фермера. О, фермера Джинджера. Кстати, тоже очень прикольная, интересная трасса, которая открылась совсем недавно. Ребята, а вам нравится эта трасса? Кому нравится, ставьте лайк. Здесь, конечно, машины едут вообще не по правилам. И тоже хотят сбить, помешать нашим героям. Ай-яй-яй-яй, осторожней! Ого, какие огромные машины! Да, что-то у Джинджера здесь совсем непорядок. Итак, ребятки, осталось нам совсем немного. Опа, прыжок. Магнитик, отлично. Ой, смотрите, енот. Ага, устал уже от нас бегать. Зато мы подобрали 150 слитков. Отличненько. Вот так, ребятки. Все, мы врезались. Печаленько, конечно, но ничего. Ежедневную миссию мы сегодня выполнили. Мы вместе с вами огромные молодцы. Ребята, не забывайте написать мне в комментариях, кто хочет услышать приветик от нашего канала, свою фамилию и имя. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, пишите мне свои комментарии. А на сегодня, к сожалению, время у нас заканчивается. Я вас всех люблю, всем пока-пока, до скорых встреч, друзья!